Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Битва чемпионов» от Marvel. Надеюсь, сегодня мы откроем немножечко с вами каких-нибудь новых персонажей, хотелось бы мне в это верить. Ну, это если нам фартанет и выпадут кристаллы. Так, что тут у нас такое? Сброс календаря. Так, за четвертый день мы получили что-то. Получить сейчас. Ну, это, видимо, ребятушки, донат, как я понимаю, поэтому мы его пропускаем. А вот у нас тут и кристаллик на халяву готов. Желтенький. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что он нам даст. Так, давай что-нибудь хорошее, а? Ну, только не вижен. Оу. Вот это хорошо, ребята. Гамора. Трехзвездочная. Считайте, что нам фартануло. Да что ж ты будешь делать? Они мне все так и хотят навязать донат. Да не надо мне ничего такого. Не забуду я, елки-палки. Так, ну вроде бы по кристаллам все, да? Хотя нет, ни шиша, ни все, ребята. Там еще есть у нас маленькое. Ну да ладно. Так, где у нас? Вот. Вот эту Гамору мы, наверное, с вами, ребята, продадим. Не будем себе захламлять инвентарь, согласитесь. О, неплохие нам дают составляющие. Здорово просто. Так, я не знаю, можно было бы, в принципе, ребятушки, и отправиться в бой. Сейчас посмотрим по союзу, кому тут нужна моя помощь. Где? Че не грузится, не пойму. Ага, вот. Помощь. 52 штуки? Да ладно, что, серьезно, что ли? Ну что же, давай. А можно всем как-то сразу, интересно, ее сделать? Или мне вот так вот по одной придется все время нажимать? Что? Перейти к кристаллам? Использовать очки верности. Всего 1000. Ну, это понятно, ребята. Для этого мне нужно накопить сначала, а потом уже их тратить. Что такое? Ну-ка. А, вот, ребята, можно четверым сразу помогать за раз. Так, оно будет попроще. И, кстати, я сейчас наберу, да, вот они. 1000 очков верности. Это, я так понимаю, лимит. Больше я не могу помогать. В казне союза хранятся пожертвованные ресурсы. Короче, ребята, жертвуйте золото, боевые жетоны, и будет вам счастье. Вступительные взносы для заданий союза. В общем, понятно, это своего рода дань. Так, ну это мы уже читали в прошлый раз, нам это не нужно. Воины союзов. Опять же, меня на воины союзов не пускает, потому что, ребят, мне нужно набрать 17 уровень, а у меня пока еще 8. И, как мы видим, развиваться мы пока не собираемся в ускоренном темпе. Так, вроде бы как все, ребята, может быть... А, вот еще 4 кристалла, давайте тогда глянем уж, чтобы они нам глаза не мозолили. И отправимся, пожалуй, уже на основную боевку. Так, давайте-ка вот этот вот востребуем кристаллик. Так, это у нас зеленый такой, да, салатовый. Ага, он дает нам либо золото, либо хилку. Угу. Ну, так, хорошо, он дает нам хил. Камень на зелье здоровья первого уровня. Слабенький, конечно, но, как говорится, все равно на халяву получили. Так, кристаллы в придаче ограничены по времени. Кристалл наука правит. Опять же, по времени ограничено. Ну, это, видимо, специальные какие-то кристаллики, которые зарабатываются каким-то, видимо, определенным методом. Шанс дропа. Мадока, да, хотелось бы мне его выиграть, но рановато мне еще до таких, как говорится, персонажей. Давайте выбирать тогда, наверное... Слушайте, а мы же с вами остановились, да, вот именно на этой, на главе 1 из Дикого. Сердце зверя у нас уже пройдено, и охота началась. Я думаю, что вот эту мы как раз с вами и приступим проходить сюжеточку. Состав команды у меня. Вот надо, наверное, поменять Магнето. Мне он не понравился. Вот, Гаморой поиграем. Посмотрим, что она из себя представляет. Так, а тут что такое усиление? Что-то я не могу понять. Это куда, чего нужно? Ладно, разберемся с этим попозже. Ну, а теперь давайте приступать непосредственно уже к заданиям. Ну, показывайте мне карту, новое сообщение, я прекрасно его слушаю. Призыватель, Логан, прекрасная работа, он сбежал, но мы еще загоним его в угол. Крит безумен, но им движут инстинкты, он не станет сражаться, когда окружен превосходящими силами противника. Он так и будет нападать на тех, кто остался один, и снова скрываться.
то есть из-под тишка. Тогда он не оставляет нам выбора. Чем дольше он свободно разгуливает здесь, тем дольше опасность для всех и каждого. Ну, так и я о чем. Так, ладно, ребята, все понятно, нам пора действовать. Порталы позволяют призывателям телепортироваться, перемещаясь по ячейкам на карте. Понятно, ребята, здесь уже у нас, видимо, какие-то порталы появятся. Какой бы путь нам выбрать-то? Я даже и... О, тут что-то замудрено-то, елки-палки. Ну давайте вот сюда пойдем. Так, отлично. Это у нас, по-моему, если не ошибаюсь, Небула. Это сестра Гаморы. Давайте мы их вместе-то как раз и соединим, пускай подерутся. Хотя я даже не сомневаюсь, что победителем в этом бою выйду я. Хорошо, поехали. Так, понеслась. Иди сюда, Небула. Оу, ты что-то хочешь сделать или ты так в блок встаешь, а? Ну, ребят, смотрите, она ватная. Уже пол хп у нее отнял, а бой только начался. Ну, это естественно, ребят, у нее одна звезда. Куда она там прыгает-то на меня, елки-палки? Совсем припухла, барышня. Так, ну, тут награды, все понятно. Мы с вами, естественно, будем продвигаться дальше по карте. И кто у нас тут? Мы, надеюсь, пойдем вверх, где Ага, почему вниз? Так, это что еще у нас там за хмырь? Капюшон. Капюшон. По-моему, есть такой сериал, да? А может быть, я что-то путаю? Капюшон. Красный, да? Робин Гуд, елки-палки. Так, ладно. Давайте. Его, наверное, немножко... Блин, я бы хотел, знаете что, ребят, чтобы было описание здесь каждого героя. Я имею в виду, вот как вот Future Fight, вот там вот описание идет про каждого персонажа. Чтобы и здесь было. Охота почитать. Что за капюшон? Я вот, например, что-то не знаю и не помню такого. Слышал, вроде как сериал есть про него. Ну, откуда он взялся и что он из себя представляет? Вот это для меня загадка. Так, отлично. Блин, даже не успел использовать свой супер удар. А он как раз накопился на 3. Блин, хотелось посмотреть, ну ладно. Не свезло сегодня. Так, ну мы дальше двигаемся. А что это такое у нас? Этот портал готов к переносу. Ну давай. Телепорт, а почему бы и нет? Что мы теряем от этого, да, ребята? Нам все равно надо куда-то телепортироваться. Ах. Он что, рандомно или... Я не знаю, или... Опачки, Спайдермен или Веном? Кто это такой у нас? Поступает новое сообщение. Успокойтесь все, если мы тут собачиться продолжим, то ничего не добьемся. Да и люди Икс так не работают. Это правильно, Циклоп. А вот это кто такой? Похож на Спайдермена? Да, Человек-паук, а почему? Какой-то в черном костюме. Хорошо, сейчас посмотрим. А, симбиот. Все, понял. Ясно. Ну, это практически как и Веном. Ватный все равно, елки-палки. Какой же ты жиденький, а? Человек-паук. Так, ребят, я, конечно, понял все ваши пожелания, которые вы там говорили мне, что однозвездочных не стоит развивать. Стоит, наверное, только 3- и 4-звездочных. Но, тем не менее, ребят, мне просто интересно было. А когда я, например, получу Ох ты, Октопус, доктор Осьминог. По-моему, он. Да-да, ребятушки. Хе-хе, смотрите, какой прикольный чувак. Ух, ну давайте попробуем надрать ему задницу. Вообще, люблю смотреть, когда встречаешься здесь с новыми героями, как они себя ведут. Оу. Слушайте, довольно неплохо смотрится, братишка. Так. Это же у нас игра от Кабулы, да, по-моему? А Future Fight это... Лидия, по-моему, да? Если я, конечно, что-то не путаю. Блин, ну такое впечатление, что они друг у друга подсматривали на этих персонажей и копировали их. Так, замечательно. Все отлично. Мы с вами проходим, как обычно, все легко и просто. Так, давайте сюда дальше спускаться. Опа, нас, наверное... Ого! А это кто такой? Смотрите-ка. Что-то новенькое. Чего ты хочешь, Гроссмейстер? Просто пришел напомнить, что это моя игра, а ваш маленький мохнатый дружок тут все с ног на голову переворачивает. Какой дружок?
Вы, мутанты, так хороши в своих способностях и так скучны в действии, так что приходится вас держать в тонусе. Удачи! Гроссмейстер, какого хрена ему надо было? Пришел нас типа подбодрить? Так, гражданский воин. Да ладно, он похож, честно говоря, на Капитана Америку, по большому счету. Только в каком-то костюме, знаете, я бы больше сказал бы костюм от Тони Старка. Да? Гражданский воин, блин. Какая-то дешевая пародия, если честно. То что-то, что-то, что-то там. Опа-опа-опа. Все-таки дотянулся, гад. Моя очередь. Ага, получил. Дегенерацию, блин. Так, надо еще разок его. Укрепление брони. А, он укрепил, да? Так, хорошо. Надо мне тоже, ребята, как-то заняться вплотную усилением своих героев. Я прекрасно знаю, что у них там открываются новые способности. Но все как-то руки не доходят. И сам сдох, елки-палки, от отравления. Здорово. И у нас последний тут остался, я так понимаю, это Магнета. Да, именно он. Хорошо, давайте посмотрим, что он нам тут пропоет. Это все усложняет. Гроссмейстер нас держит на прицеле. Тогда нас может ждать тяжелое решение, Скотт. Нет, мы не можем так поступить, Шторм. Не беспокойтесь, кретины. Вам не придется страдать от вашей нерешительности. Больше нет. Магнета? В вихре битвы и насилия, которое окружает нас, вы предлагаете убить одного из нас. Я этого не допущу. Враг приближается. Да это разве враг? Это Лашпен первой категории, который сейчас просто от нас получит люлей и пойдет плакать там в подушечку. И мама ему не поможет. Давай. Иди сюда, олух. Ой, елки-палки, у меня гамора-то не подлеченная. Ладно, я думаю, справимся. Ну? Так-так-так, ну подходи. Черт подери, оу, ну все равно я его задел. Так, черт, пробил. Пробил, гаденыш, меня. И сразу же в блок, а, сосунище. Хорошо. Давай, гаморушка, бомби. Бомби. Почем зря. О, нормуль. Так, ну, половинку хп мы ему уже снесли, уже чуть больше. Не расслабляемся. Тихо. Хотел суперудар сделать, а, гаденыш? Да-да-да-да-да, все, отдуплился. Да, гамора шустрая, я ничего не говорю. И вот эти вот мечи, которые она использовала, очень даже хорошо. Хорошо отнимают жизни у врага. Так, завершено. 41% исследовано. Ту-ту-ру-ту-ру. Так, открыть кристалл. У нас тут что, кристалл? Да, у нас два синих кристалла, ребята, есть. Но это у нас, наверное, на Иза, как обычно, да, будут. Да, так, а тут у нас что такое? Мы что-нибудь можем? Да, мы можем востребовать с вами осколки. Откройте награды. 20 тысяч. Слишком долго ждать придется, 20 тысяч. Так, тут мы тоже все можем востребовать. Вот это еще выполняется. Выполняется. Короче, ладно, ребят. Мы, наверное, это чутка попозже сделаем. А вот здесь вот тут уже можно. Так, 825 ДНК. Вот с этими, кстати, ДНК пробирки. Ну, насчет пробирок я понял. Вы написали мне. Зеленая пробирка означает, что он копирует мои действия. А вот что означает ДНК? Там еще какие-то теневые, блин, эффекты. Фиг его знает. Ладно, все это, ребят, со временем придет. Со всем с этим мы разберемся. Просто мне охота, знаете, знать все сразу и все много. Я нетерпеливый. Поэтому бегу, наверное, вперед паровоза. Так, здесь у нас, вот смотрите, какие-то, не знаю, повышения, видимо, характеристик. Там был такой камень. Так, открыть. Сколько? Раз, два, три, четыре. Ого, шесть. Аж шесть камней у нас. Ну ладно, в принципе, их можно открыть, ребята. Мы получаем просто с вами осколки эти изовские. Опять же, первой категории. А, нет. Второй категории. Ну, давай. Давай, 125 мне. 120. Нет. По 75 дает, к сожалению. А, понял, маленький это первая категория, за 125 это уже вторая категория идет. Вот как они распределяются.
Но все равно этого мало, ребята. Особенно если прокачивать таких вот мощных ребят, то, конечно, это сложно. Для одного-двух звездочных героев, я думаю, что нормально. Но для трех-четырех нужно их дохренище. Да и невыгодно, честно говоря, вкладывать вот такие вот камушки в них. Так, ну и еще два. Два последних сейчас мы с вами потратим. Давай, открывайся. На... Ага, на 75. Лучше бы ты на карточках открылся, ё-моё. Все, последний. Последний у нас камушек. И что же он нам даст? Блин, у меня всего лишь 8 уровень, ребят. Блин, а почему не 525, а вот... Ладно. Улучшить чемпионов? Да нет, наверное, пока мы не будем никого улучшать. Так, что вот это такое у нас? И с чем его едят? Тоже непонятно. Видимо, потом мы можем их очень много получить и, видимо, как за местную валюту что-то покупать. Так, ну что же, у нас с вами... По-моему, начинается вторая глава, да? Мы же первую прошли, да, на 48%. Так, а здесь у нас... Ух ты! Что-то новенькое. Так, может быть, попробовать, да? На легком-то уровне. Можно активировать усиления, которые находятся в инвентаре. А у меня разве есть какие-то усиления в инвентаре? Так, и что нам тут дают? Смотрите, как у нас тут. И Дэдпул. Так, давайте, наверное, на него и рванем. Смотрите, тут у нас Дэдпул, потом Каратель. Енот. Да, пойдем по этой ступени. Дэдпул, так, 649. Погоди-ка, я не понял. Он что, со мной почти на равных? Так, я не понял, ребята. Ого! А у него, ребятушки, 3 звезды, но я так понимаю, у него уже серебряные. Ха-ха. Так, что я там, интересно, выбрал? Что я за лигу такую подобрал себе? Ёлки-палки. Вот это да. Вот это я попал. Вы посмотрите, что тут происходит. Вот это уже резня. Тем более у него копится. Сейчас он, блин, я боюсь, как бы он не сделал мне этот. Оу! Прописал все-таки свой суперудар, блин. Ну ладно, Дэдпула-то я забомблю, это однозначно. А вот что мне дальше там делать? Это целую карту нужно будет пройти. Ну все, давай, Дэдпул, завязывай уже. У него еще регенерация, ребята, идет. Вот что я заметил, блин. Ну, есть. У него регенерация шла, и причем довольно неплохо, блин. По 52, по 24 очка. Это, считай, ежесекундно, блин. Да. С таким, конечно, будет тяжело драться, если он будет, например, тоже 4-звездочный. Так, ладно, поехали дальше. У нас тут Каратель, Палач, Пунишер. Ну что же. Так, давайте, наверное, подлечимся маленько, да? У нас, по крайней мере, есть аптечки. Блин, как же она мало лечит-то. Очень мало. Ну, потому что она первого уровня, вторая, наверное, будет побольше подлечивать. Но их у меня мало, 5 штучек всего. Ну что же, бой начался. Так, давайте-ка. Смотрите, они здесь уже намного хитрее. Почаще встают в блок. Да и не такие уже ватные. Так легко и не пробьешь. Блин. Так, кровотечение ему повесил. Это хорошо, ребята. Он будет терять здоровье постепенно. На-ка, получи, гад. А? Еще разок. Пробили. Пробили блок ему. Эть, не долетели. Так. Ну, давай. Ну, как-то не айс у нас получается, ребят. Колбасит-то его. О. Да, слушайте, на самом деле очень и очень здорово он отнимает жизнь у нас. Ух. Что же я за лигу такую выбрал? Я так и не понял. Блин, вот что значит не читать внимательно и бежать вперед паровоза, а? Так, ребята, у меня полностью накопился суперудар. Ну-ка, вот так вот. Ух ты, хорошо-то как. Ну давай, дальше его. Опа, 4%. Ну я думаю, сейчас мы ему 4% этих... Тихо. У нас было тоже кровотечение, ребята, повешено. Пришлось, как говорится, быстренько его ликвидировать. Ну и, естественно, надо будет подхиливаться. И причем довольно много. Потому что здоровья у моего зверя осталось очень и очень мало. Так, здесь у нас енот-ракета.
Гамора слабовато. Нам только зверь здесь поможет. Слушайте, да, надо лечиться, ребят. Ох-хо-хо-хо-хошечки. Да. Ладно, хорошо. Давайте так оставим. Я думаю, что енота мы сможем здесь победить. Хотя он опять же по атаке превосходит меня. Обалдеть. Ой, полностью вылечились, да? Все. Теперь, ребята, в бой. Ядрёна ты вож. Слушайте, ну если, я думаю, мы пройдем с вами, что-нибудь такое добротное это получим. Если пройдем, конечно. Вольный бой. Так, тихо-тихо-тихо, ждем. Смотри-ка, блокируется гаденыш, а? И енот, ракета. Ты мелкая шавка, а? Так, кровотечение. Самое классное, когда вешаем кровотечение. Ну, ух ты! Вот это он комбо мне сейчас прописал. Блин, ну какой он шустрый. Я хочу себе вот этого енотика, а? Такой, знаете, мелкий, шустрый. Опа! Ну все, енот, ты нарвался. Ребята, я использовал свой суперудар. Причем самый мощный. Хопа! Что такое? Что ты, а? На, блин! Прикольно. Мне понравилось. И добивочный. Честно говоря, я не знал, что здесь суперудары по-разному показываются. Ну, как видите, так оно и есть. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Так, блин, очень-очень мало здоровья. О, ребят, вот здесь хорошо. Камень здоровья мы нашли второго уровня. Так, елки-палки, только не этот. Как ее там, мистер Марвел? А, капитан Марвел. Ну что ж, давайте опять лечиться. Здесь, ребятушки, я смогу играть, по ходу дела, только зверем. Остальные здесь все слабые. Жесть какая-то. Так, ну я думаю, что с капитаном Марвел я должен легко справиться. У нее, по-моему, ничего такого особенного нету. Сейчас мы это проверим. Ага. Так, опа, оп. Ё-моё, да как же они мощно бьют, а? Причем они всего трехзвездочные, а я четырех. Я вот только не знаю, у кого круче звезды. У меня золотые или просто желтые, а у них серебряные, видимо. Черт его знает, кого лучше, блин. Ну не могу я вот так вот, блин, с четырьмя звездами вот так вот отгребать по полной программе от трехзвездочного. Несправедливо, я так думаю. Хорошо. Ага, мимо. Черт подери, прописала, а. Так. Ну. Опа, опа. Йоху. Так. И прыжочек. Сколько? 5%, ребят. Ну, сейчас мы их дожмем. Дожали, конечно. Все, готово, хламонка. Ух. Так, зверь, как всегда, у нас на коне. Молодец. Эйнштейн. Опачки. Уровень повышен. Ребята, мы получили с вами 9-й левел. И причем открыли одну очку мастерства. Куда бы его потратить? Давайте на пользу, наверное, да? Здесь почему-то мне... А, ну да, здесь нужна эта... Вот эта вот баночка. Или какая-то пробирка. Непонятно. Хорошо, давайте тогда, наверное, вот на уровень 2 повысим. Мудрость. Все, хорошо. Мы теперь стали мудрее. Надеюсь, я не зря это раскачиваю. Может быть, конечно, он и не пригодится. Фиг узнает. Погодите, погодите, ребята. Куда это меня выкинуло? Я же... Так, помощь. Я же там еще не закончил. Так, мне нужно обязательно вернуться. Как там, блин, назад-то? Ну, это не то, ребят. Тут закончено. Ага, можно востребовать. Открою награды по рангу, набрав 34 500 очков. Давайте-ка вот здесь вот востребуем. Угу, все отлично. Так, закончено. Блин, здесь непонятно. Мне нужно вернуться, ребята, обратно, где я только что был. Черт, я уже забыл, где я там был-то. Ага, вот, продолжить. Да-да, вот здесь мы с вами остановились. Это кто у нас? Это... А, еще засада, блин. Ё-моё, а там еще и Альтрон. Человек-паук. Слушайте, опять какой-то странный тут Человек-паук у нас. Нестандартный. Так, давайте максимально подхилимся. Оу, у нас аптечек-то и не осталось. Хо-хо.
Вот это поиграли, блин. Вот это я зашел. Сунул свой нос куда не нужно, блин. Ну, уже отступать, ребят, не буду, потому что уже практически полкарты мы с вами облазили. Что я буду сворачивать или отказываться? Нет, ни шиша. Так. Ага, это человек-паук Майлз какой-то. Что за Майлз? Ну, ты посмотри, как он шустрый, гадюшин, он задолбал. Блин, не дает ничего мне вообще сделать. Так, ребят, хочу накопить суперудар, попробую звездануть. Так, так, если, конечно, выдержу. Да ты что, ну, посмотри, что делает, а? Встает в блок. На, гад, получи. Так, 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 ну дайте мне быстрее. Мой супер, вот, супер мощный удар, ребята, делаем. Так, ты меня достал, на, на. Так, 26% и 7. Блин, шикарно. Удар, конечно, у него вообще великолепный. Все, Человек-паук отдыхает. Но, извините, ребята, здоровья мы с вами потратили очень и очень много. Я боюсь, у меня аптечки все потратятся на эту карту. Так, тут еще Альтрон. Потом непонятная, что за фигня. Грут еще. Даже не знаю. Мне бы с Альтроном бы сейчас справиться. Смотрите, у него 2 миллиона хп. Так, ну здесь, да, здесь силен он. Здесь почти на равных. Угу. Все равно, ребята, придется лечить. Как мне, конечно, этого не хочется. А у меня осталось-то... Все. Ребята, это последняя аптечка. Вот это попадос. Так, ну что, делать нечего, придется сражаться. Но, по ходу дела, ребят, я не пройду полностью эту сюжетку. Не получится. Так. Ну, вроде бы пока неплохо идем. Жаль, конечно, что у нас очень мало здоровья. Так, Альтрон, успокойся, блин, а. Давай же, сдавайся. Ох, щит, прописал своим лазером. Да ты посмотри, блин, какой неугомонный и шустрый, а. Слушайте, ну, красиво сделал, ничего сказать не могу. Опять своим лазером, а. У него, смотрите, ребята, укрепление брони. Он постоянно на себя ее вешает и фиг его пробьешь, зато я как вата. Ну, фигли, плоть против стали, это фигня. Так, сколько мы сейчас у него отнимем? 38 и добивочный 23. У него здоровье практически как у меня. Угу, было. Да как же ты так быстро... Чё-то я не понял, ребята, у него что? О, у него еще и регенерация идет. Офигеть, смотрите, я просто на месте топчусь. Я у него отнимаю. Ну, вот сейчас вот уже все закончилось. Не восстанавливается. А до этого я его бил, у него восстанавливало здоровье. Так, да, победитель Альтрон. И что? Нокаут. И я не смогу дальше пройти, что ли? А, нет, смотрите-ка, мне дают Гамору. Ага, значит, если Гамору потом убивает, то я беру своего последнего мутанта. В общем, понятно, как здесь сделана система. Ну, надеюсь, надеюсь, блин. Да давайте уже, ну, 6%, уж, елки, 3. Ну, добиваем Гамора. Так, отлично, ух, хотя бы так. Такой взгляд у нее бешеный. Да я понимаю, блин, скажи, куда ты меня привел, блин, с Альтроном драться? Хотя для нее Альтрон должен быть лашпен. Не понял, завершено? Так там же еще вроде бы были герои. А, что-то я не понял. Слушайте, ну надавали-то тут что-то нехило всяких штук. Это фрагменты катализаторов. Собирая их, чтобы получить новые катализаторы. Оценить свои успехи в сборе катализаторов можно в меню. Хм. Так, хорошо. Что у нас тут? Катализаторы. А в каком меню-то? Ладно, фиг с ним, ребят. Катализаторы. Это у нас, если не ошибаюсь, они нужны для того, чтобы мы могли поднять ранг нашим мутантам, нашим героям. По-моему, так. И за камни качают уровень. Да, а там ранг повышать, точно. Так, ну что, тут есть у нас что-нибудь такое? Ага, помощь. Ну, давайте поможем. Хотя уже и толку-то нету. Мы свои 1000 очков выработали. Так, бой.
Что можно еще такого интересного здесь поиграть? Люди Икс, дикое будущее. Так, вот сюда я, да, в тот раз зашел. Причем я выбрал легко, по-моему. Да, ребята, я выбрал легко, 61% там пройдено. Вы представляете, если выбрать средние или тяжелые? Так, получить сейчас. Нет, ребята, это опять у нас тут, по ходу дела, донат. Он нам не нужен. Доступно кристаллы. Где они доступны? Кристалл получить сейчас. А, ну тут нужно 100, 500 и 1000. Обманули меня, ничего пока тут недоступно. Так, до появления там тыры-пыры. Так, а здесь мы все с вами прочитали, ведь так? Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте я, наверное, буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим битву супергероев, супермутантов и всякой-всякой нечисти. Ну, а на этом все. Всем пока, до скорых встреч и удачи вам!